Череду спортивных мероприятий, посвященных Международному форуму «Россия – спортивная держава», продолжили черлидеры. Кто они такие и почему любое спортивное событие с черлидерами интереснее, узнавали Юлия Важенина и Андрей Шоклев. Не просто танцы на стадионе. Черлидинг – это красивый спорт. Он знаком нам по большей части из молодежных американских сериалов, вроде «Беверли Хиллз». И если тебе говорят о капитане группы поддержки, ты должен понимать – это самая клевая девушка по всей округе, которую осаждают толпы воздыхателей. Мэрил Стрип и Сандра Баллок были среди черлидеров. А сегодня демонстрируют свое творчество девушки Ленинского района города Чебоксар. Вполне возможно, будущие звезды. Девушки в спортивных юбках в перерывах между матчами с сияющими улыбками размахивают помпонами, демонстрируют настоящие акробатические номера и стройные ножки. Это и есть черлидинг. Изначально выступление групп поддержки команд, а теперь и самостоятельный спорт. Для наших детей, для наших районов это, наверное, новинка, потому что такие конкурсы мы еще не проводили. Вот. Но я думаю, сейчас вольется это все актуально. Думаю, будет распространено. Всего команд было 19. 19 школ выступали, все школьники 10-11 классов. Само выступление предполагалось 2 минуты только. Вот. То есть за 2 минуты они должны были показать свою команду. У этих девчонок есть все – боевой дух, энергия и упорство в достижении цели, которые могут обеспечить им победу в решающем выступлении. Но победитель будет только один. Его, кстати, ждет заветный сертификат на профессиональное обучение черлидерству. Черлидеры – это круто. Каждый раз, когда я слышу черлидеры, мне сразу вспоминаются эти большие пирамиды, эти громкие кричалки, улыбки, беспечные костюмы. Мы твердо уверены, что мы выиграем. И дальше мы собираемся улучшить свой танец, поставить больше гимнастических элементов, побольше пирамид, всяких движение элементарных соировки. Первые отборочные туры состоялись на базе школ города. С 29 сентября по 7 октября проходят районные соревнования. Кульминационный момент – финал – состоится 9 октября в рамках форума «Россия – спортивная держава». Лучшие девочки будут соревноваться в двух возрастных группах – 4-й, 5-й и 10-й, 11-й классы. А в недалеком будущем черлидеры будут украшать чемпионат Европы по легкой атлетике, который пройдет в столице нашей республики в 2015 году, и другие спортивные события. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.